Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу сегодня с вами поделиться своим любимым рецептом хорошего зимнего тонизирующего напитка. Хотя и летом я его люблю выпить, но летом я его люблю пить в охлажденном виде, а зимой в горячем. Что нам понадобится для данного напитка? Один лимон, небольшой корешочек имбиря и столовая ложка меда. Это на 1 литр воды. Мы обычно делаем это 3-литровыми банками, данный напиток. Его все очень любят. Рекомендую его пить в сауне, в бане. И вот на 3-литровую банку воды кипятка увеличиваете все в 3 раза. Напиток делается очень быстро, очень вкусный, лечебный. Ну, свойства лимона все знают, имбиря можете почитать в интернете. Мед тоже всем известное лакомство для здоровья. Залил кипятком, аккуратненько размешиваем мед. После того, как мед растает, закрываем поролоновой крышкой, даем напитку буквально настояться минут 20-30, и можно начинать его пить. Также, друзья, рекомендую данный напиток делать в термосе. В термосе тоже довольно хорошо все настаивается, и долгое время напиток остается горячим. Хорошо его брать с собой на зимнюю рыбалку. Летом можно взять на летнюю рыбалку. Полезный, хороший напиток. Как видите, рецепт несложный, поэтому всем рекомендую попробовать. До новых встреч!